пробудилась. Добрым утром. Аппетитно. Очередная зарисовочка из жизни нашего лагеря на Волге. Передай привет. Да. Как мы тут все разбежались. Паша, куда? Ты что, Лёх, тоже купаться, что ли? А чё ж? Не, просто я в уборную. Рыбку пойманную сегодня утром. На том берегу у нас происходит фестиваль. Мы на левом берегу Волги, намного выше больших барков, или в лесочке, в тенечке, где дров побольше. Достаточно хороший спуск к реке, очень много ящериц бегает, греется на солнышке. Вот у нас тут целая флотилия плавает. На матрасах, на лодочках. Отдыхает. Моет матрас и теперь не может на него запрыгнуть. Такой песчаный дно, хороший для камней. Выход к Волге. Много рыбаков, такие же как и мы. И круглосуточная музыка с того берега. Ну ветер, ветер поднялся, ветер поднялся. Зато жара. Маленькие кусочки лета. Так вот вылезет корни кувшинок. Как настоящие джунгли. Женя, передавай привет. Интересное место. Сейчас пойду рыбку жарить дальше. Надо подкачать. Макс, рыбу будешь? Мы уже всю рыбу почти съели. Не, я не поймаю. Таким вот образом я
жарю рыбку. Там внутри этой травы несколько плотвичек, не очень больших. Они там доходят, получаются слегка копчеными. Рыбка горячего копчения. Через минут 15 все это будет готово. Можно будет кушать. Да, ну приготовить, а то она... Рыбка у нас уже готова. Только ты не ешь мясо? Да, да. А рыбу надо. Рыба содержит многие полезные вещества, особенно для мозга. Нутация боевая. Пусть завидуют те, кто это смотрит. Плотоядное, да. Пусть хочет заготовить. Ох, какая она. Весь кайф в том, что сам поймал. Да, тут весь кайф в том, что как бы натурпродукт. Да, ничего там... лишнего вообще. Пусть завидуют те, кого нет на пикнике с нами. Да, смотри, да, какая получилась она вообще обалденная. Разделай ее, чтобы все филе увидели. Да, вот такого, да. Сочного цвета. Ну рыба там огромная. Это самая маленькая, сейчас там будет большая. Давай разделаем. Жалко, камера не передает запах. Это фраза года всего телевидения. Рождаем зависть. Вот та рыба во рту, которая тает, это вообще. Мамонта поймал, мамонта сделал. Молодец. Это почти как бамбуковые листья у нас, только трава. А, еще на банановых, я знаю. На чем угодно, лишь бы не подгорало. Тут плотвичка, она должна быть сейчас без косточек. Это плотва, да? Маленькая. Очень нежные косточки, мелкие. Не бойтесь тех, кто пожирает животных. А, вон как вообще. Кошки тебе обзавидовались. Без косточек, вот они, без косточек. Она отличается от вкуса окуня? Вот это вообще самое шикарное. Давай, пробуй. Да-да-да. Следующая съемка после 30 минут. На паузу. На паузу.